Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас мукбанг. Сегодня у нас с вами будет баскет, вот так вот, с бедрышками, или как, с ножками от KFC. Они очень хрустящие, очень вкусные, сочные, и здесь еще картошка фри. Ой, что это такое? Вот. Ну, а сегодня мукбанг, не АСМР. Вчера сняла АСМР. Как-то не зашло. Многие писали, что не хватает разговоров. Может быть, у меня зрители просто... Это люди именно, кто любит мукбанги, кто любит интересные истории. В последнее время не успеваю читать все комментарии, не успеваю лайкать. Вот. Давайте начнем. Пахнет обалденно просто. Это прям будет мой завтрак. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы, наверное, в курсе, что я буду делать губы. Уже записалась на понедельник. Вот. Не отговаривайте даже меня. Это бесполезно. Я просто решила, я хочу давно, чем вот обводить контур губ и делать их пухлее. Лучше я просто один раз сделаю губы, и больше не буду ничего вводить. Я спросила у вас в инстаграме, хотите ли вы видеть подобное видео на моем канале. 95% ответила, что да. Поэтому я буду снимать для вас влог. Мастера я тоже уже... Ой, мастера. Врача я тоже уже нашла. Будем делать губки. Как же вкусно, ребят. Крылышки у нас очень часто были, а вот бедрышки ни разу не был баскет этот. Хочу сразу сказать, ребят, не переживайте за меня, я колю не биополимером, натуральный гель. Если что, эти изменения, они временные. То есть, если мне не понравится, я просто через год не буду ничего делать, и это все пройдет. То есть, эффект временный, поэтому переживать не стоит. Как же вкусно, ребята. У меня одногруппница делала губы. И настолько красиво получилось, настолько естественно. И прям лицо как бы дополнилось. У нее были такие тонкие губы. Вот. Тем более, эта процедура не опасна. Самое главное, чтобы врач был проверен и хороший. У нас был один врач. Не буду называть ее имя, она такая популярная, делает губки. И как-то она решила сама себе написать комментарий. Она, видимо, не перезашла через левый профиль. И прям со своего профиля начала писать, что
Ой, спасибо вам огромное, вы меня спасли от депрессии, не знаю, я прям жить не хотела, потому что мне не нравилась моя внешность, но после вот ваших манипуляций мне захотелось жить. К ней я не иду, хотя мне подписчики поскидывали ее. Не знаю, мне это как-то глупо кажется. Когда врач сам себе пишет комментарии, пусть даже будет мало комментариев, но зато они будут настоящие, да? Вот так вот. Я вот сделала реснички, я прям счастлива. Мне очень нравится. Я встаю утром и минимум времени трачу на макияж. То есть, получается, просто я нанесла тон, оформила бровки и готова. Там некоторые спрашивали, как твои родители относятся к тому, что ты хочешь что-то изменить в себе. Нормально, у меня мама только поддерживает, она не против таких вещей. Я же не на пластическую операцию иду, правильно? Это такие небольшие манипуляции, которые делают нас краше. Как у одного врача было написано, косметология – это когда красота не смывается мицелляркой. Соглашусь, ребята. Однозначно согласна. Вот некоторые девочки пишут, ой, да зачем? Зачем это нужно и так далее. И в то же время, например, обводят контур губ. То есть, когда ты обводишь губы там, где губ нету, это со стороны выглядит не очень. Лучше уж пойти и чуть-чуть сделать губы. И вообще, есть такой момент, что естественная форма моих губ мне не нравится из-за того, что мне некоторые писали в комментариях, у меня губы натурально похожи на губы Саши Спилберг. То есть, может, кто-то замечал, у меня здесь как будто губа выше, чем вот здесь. Ну, как у Малиновской. Ну, просто у Малиновской это перебор. Вот. Поэтому мне бы хотелось это изменить. И еще у меня немного вот здесь сторона, она пухлее, чем вот эта сторона. Это не всегда так было. Я носила брекеты. И у меня челюсть немножко ушла влево. Немного, совсем чуть-чуть. И когда я улыбаюсь, все прикольно, но просто почему-то губы вот так вот стоят. Это после брекетов. У меня был клык. В общем, его посадили в один ряд со всеми остальными зубами. Хотя он был так сверху. Ну, в общем, длинная история. В общем, если делать это у профессионала, мне кажется, ничего страшного в этом нету. Вот. Некоторые, кто говорят, я за естественную красоту, зачем это все нужно и так далее. Но тогда, ребята, давайте не будем ни бриться, ни краситься, ничего делать. Мы же за естественную красоту. Мой парень, например, он против. Но я считаю, что это мне решать, что мне делать, а что нет. Вот. Он не может мне запретить, так же, как и я, например. Не стригись так, стригись на лысо, например. Мне так больше нравится. Он скажет, а мне так не нравится, а я хочу ходить так. Вот. Так что все нормуль в этом плане. Не переживайте.
сегодня еще выложу вам влог. Там, знаете, как кусочки оттуда, отсюда собраны воедино. Вот. Надеюсь, что вам понравится. И давайте немножко поотвечаем на вопросы. Мария Овсянникова, если я правильно читаю, написала мне огромное сообщение о том, что она родила в 15 лет, почти в 16, и очень жалеет об этом. Рассказала свою историю, попросила, чтобы я зачитала ее. Я вам перескажу. В общем, она забеременела и решила рожать, но сейчас она очень любит своего ребенка, но все-таки ей тяжело. В том плане, что у нее нет образования, у нее нету какого-то тыла. Отец ребенка ничего не предпринимает, особо не помогает, платит только алименты и то гроши. Я все-таки сторонник того, что не нужно рано заводить детей. Лучше поздно, чем рано. Потому что ребенок растет, и получается, с каждым годом у него все больше и больше требований. У него все больше и больше нужды. Никому не хочется, чтобы его ребенок был, не знаю, самый ободранный, бедный, несчастный. Всем хочется дать самое лучшее своим детям. А пока у вас самого лучшего у самих нету, что давать? Как минимум получить образование, работу, которая вас будет кормить. Я рада, что у меня нет детей пока что. Что я в 17-18 не выскочила замуж. Я рада. Даже очень. Не потому, что я не люблю детей. Я обожаю детей. Просто много примеров у меня. Где, например, девочка по любви рано вышла. У нас соседка в деревне, девочка. У нее был парень. Они прям чуть ли не с 7 класса встречались. И она просто ходила по святым местам и просила Господа Бога, чтобы они всегда были вместе. А у парня ничего, ни кола, ни двора, ни работы, ни профессия. Огромная семья. И у нее были такие предложения выйти замуж. Вот, никому не снилось там в городе, не знаю, обеспеченные люди, нормальные. Но она выбрала любовь. И причем, знаете, любовь такая была больная. То есть он как бы к ней относился так, что она всегда есть. Они ругались, вечно она мирилась с ним. Все, что угодно происходило, вечно она такая с распростертыми объятиями, готова его ждать всю жизнь. Ни разу при ссоре он сам ей не звонил. Она сама об этом говорила. Просто, знаете, парень такой, знаете, высокомерный, хотя сам ничего себе не представляет. Ужас высокомерный был. Так вот, они женились. Поженились. Прошло уже сколько лет? Наверное, лет 5 прошло. Я смотрю на нее, недавно ее увидела. И она говорит, что я очень сильно жалею, что я не вышла замуж за тех богатых, обеспеченных людей, которые действительно бы дали мне нормальную жизнь. Я выбрала любовь.
Но сейчас поняла, что на любви далеко не поедешь. Поэтому я не говорю, что нужно быть меркантильными тварями и только вестись на деньги. Но, к сожалению, очень часто бывает такое, что вот любишь, все шикарно, женишься, а потом какая-то нужда, какие-то проблемы приводят к ссорам. И человек жалеет. Вот она мне рассказывала, год назад мы с ней виделись, и она рассказывала, что она очень жалеет, что вышла за него. Но она ему, естественно, это не говорит, что знаешь, что я жалею, ты такой этот нищеброд. Он говорит, вот все, что я хочу, я не могу дать своим детям. Потому что нет возможности. А он такой высокомерный, знаете, везде на работу не пойдет. У меня мама всегда говорит, нужно выбирать мужчину целеустремленного. Не обязательно супербогатого, но целеустремленного. Вот так вот, ребята. И последнее. Берем. В любом случае, мне кажется, нужно включать голову. Это, конечно, единичный случай, не всегда так бывает, но в большинстве случаев, мне кажется, рано заводить детей, рано заводить семью не нужно. Нужно узнать человека поближе, получше. Потом уже думать о каких-то серьезных вещах. Все, ребят, на этом все. У меня уже зарядка садится. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока!